воспоминаниями. Добрый вечер. Ну да, ведь я пишу песни в основном не для себя, и поэтому, конечно же, хочется вспомнить всех артистов. И, кстати, у меня их было не так уж много, артистов, поющих мои песни, зато каждого из них вы наверняка знаете, помните и любите. Поэтому давайте просто вспомним эти песни, эти имена, эти голоса. Попробуем спеть их вместе. Ну а если что-то покажется вам наиболее близким для вашей души, показывайте мне это своими аплодисментами. Поехали. Ледяной горой айсберг из тумана вырастает и несет его течение по бескрайним полям. Хорошо тому, кто знает, как опасен в океане, как опасен в океане айсберг встречным кораблям. Я все на свете с тобою забываю, а я в любовь, как в море, бросаюсь головой. Я такой холодный, как айсберг в океане, и все твои печали под черною водой. Упала ранняя звезда, полет прохлада, плывет паром, поет вода о чем-то рядом. И там, где светится река у тихой рощи, соединяет берега седой морочью. Разлук так долго на земле, и разных судеб волосы. А вот я один по переправе. Так случилось, видно, это судьба. Невозможно стало жить без себя. Видно, счастье к нам приходит лишь раз. Поняла это только сейчас. Мне не нужно ни лишних цветов. Мне не нужно ни друзей, ни врагов. У всех свои варианты, конечно. Но в основном, конечно, вы правы. И, кстати, у меня тоже дочь. И целых две дети. Дочка моя. Кстати говоря, да, невозможно все спеть песни, которые я написал для Аллы Пугачевой, но все-таки самая первая песня была даже не «Айсберг», а та песня, в общем-то, с которой началось наше сотрудничество. Я рад, что эта песня живет спустя все эти годы, и поют ее разнообразные артисты, и Дима Билан сейчас поет в своих концертах, на телевидении и так далее. Но все-таки самая первая песня, и она прозвучала тогда в новогоднем аттракционе 1983 года в исполнении Аллы Пугачевой. Расскажите «Птицы».
надо мной вы так дерзко вознеслись. Может, потому вам так легко лететь, что к успеху не стремитесь вы успеть. Серебряные нити.